значение имени Анахита. В науке им не бывает равных в решениях и основательности исследований. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Зачастую это имя проявляет принцип доминирования, контроля и достижения. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.